За три недели до старта юбилейного молодежного форума «Ритм» в пресс-студии правительства Омской области состоялась пресс-конференция. «Ритм» подошел к своему пятилетию с принципиальными изменениями в организации работы и составе участников. В этом году у нас новый формат. Мы проводим наш форум в ранге Сибирского федерального округа. Поэтому огромное количество гостей из других регионов, но формат поменялся, более обширный был областного уровня. Теперь он стал у нас Сибирский федеральный округ окружной. Масштабный молодежный форум пройдет в лагере «Березовая роща» Саргатского района с 7 по 13 июля. В этом году работа форума будет разделена на две площадки. Первая – проектная площадка «Территория продвижения», которая объединит молодых людей, заинтересованных и готовых к участию в разработке и реализации молодежных проектов. Вторая площадка «Арт-территория» объединит представителей творческой молодежи Сибирского федерального округа. Ключевые мероприятия, которые станут на форуме, это защита проектов творческой площадки «Территория продвижения». Это выставка «Арт Сибирь», которая будет формироваться в течение работы форума в рамках площадки «Арт Территория». Также на протяжении всего форума будет формироваться рейтинг участников. По итогам форума будет собран сборник портфолио перспективной молодежи региона, который в дальнейшем будет распространяться по работодателям Омской области. Мы сами знаем, что невозможно быть образованным, да, и культурным, если ты физически слаб. Поэтому человек и нация может быть великой только тогда, когда она сильна физически и культурно. Поэтому, уважаемые наши преподаватели, все, кто будет, мы будем сдавать нормы ГТО. Все, кто приедет на форум вместе со мной. Мастер-классы и лекции в этом году проведут 50 первоклассных спикеров. Их выступления коснутся самых разных сфер, от бизнеса до искусства. Лучшие специалисты города будут приглашены как спикеры на работу в подразделении. Помимо омских звезд будут приглашены зарубежные. Ежегодно на «Ритме» собирается самая инициативная молодежь региона с целью защитить свой проект и получить средства на воплощение идеи в жизнь. За 4 года проведения форума 80 проектов получили финансовую поддержку, а 2000 человек – неоценимый опыт. Не отходя от традиции прошлых лет, ритмовцы вновь поборются за часть миллионного гранта от правительства Омской области.